Парк семейных деревьев появился сегодня в Гродно в сквере на площади Декабристов. Молодые влюбленные пары и те, кто уже отметил первый юбилей своей совместной жизни, заложили аллею из 50 саженцев лип и кленов. Инициатива создания зеленого сквера руками жителей города принадлежит молодежному союзу. Мы садим парк семейных деревьев, где семьи могут посадить именное дерево. Здесь установлены именные таблички, где можно будет видеть, как растет дерево, символ рода, символ династии и неких семейных достижений и ценностей. Поэтому акция носит такой очень символический характер. Флешмоб в яркий солнечный день на свежем воздухе собрал сотни жителей Октябрьского района, от годовалых детей до горожан в уважаемом возрасте. Свое дерево каждая семья посадила в специально отведенном месте, а рядом установила табличку с генеалогическим древом семьи. Все саженцы высажены в честь личного события – рождения ребенка, свадьбы и других важных семейных поводов. Наш город, он и так красивый. Посадим вот эти семейные деревья, он еще будет краше. Мы всегда теперь будем приходить сюда и следить за этим деревом, ухаживать, поливать его будем, когда будет дождей не будет. Я считаю, что дерево – это символ жизни, символ семьи, символ силы. И так как сына мы уже, скажем так, поднимаем на ноги, квартиру мы построили, осталось только действительно посадить дерево. Вот это дерево сегодня нам дали возможность посадить. Спасибо большое городу. Будем его сейчас за ним смотреть, наблюдать, поливать и оберегать. Парки семейных деревьев в скором времени появятся в каждом регионе Беларуси. На Гродненщине аллеи с памятными знаками и символами жизни и любви уже появились в Скиделе, Лиде и Волковыске.